Те же Жары Хакжаик. Под таким названием в амфитеатре Центра культуры и искусства имени Кадыра Мырзаали прошел музыкальный вечер. На сцене выступили таланты Приурали, это местные композиторы и исполнители. Место в программе нашлось как профессионалам, так и любителям. Зрителями стала и наша съемочная группа. Свои работы на сцене представили около 60 композиторов. Среди них и профессионалы, для которых это очередное выступление в копилку опыта, и молодые, неизвестные широкому кругу композиторы. Мы стали свидетелями прекрасных творческих начинаний, творческого такого подъема наших композиторов. Поэтому это особенный сегодня творческий вечер, и оно проходит прекрасный летний день в амфитеатре Центра имени Кадыра Мырзаали. Это тоже надо подчеркнуть. Организаторы постарались охватить всех желающих и имеющих возможность композиторов наших Приуралья. Композиторы на сцене исполняли нестареющую классику. Это произведения Данииля Кажимова, Адильбека Сулейменова, Жаскелена Гайсагалиева, которые известны не только в пределах Казахстана, но и за рубежом. Сегодня здесь представлено творчество наших земляков. Большинство – это жители сел, музыкальные произведения которых неизвестны широкому кругу. Для них это прекрасная возможность познакомить зрителей со своим творчеством. Еще одна отличительная особенность творческого вечера – ведущие. Это не мастеровитые конферансье, нет. Это люди, которые прославили себя больше в роли тамады. Поэтому и концерт получился столь шуток в развлекательном формате. Все проходит отлично, и погода приятная, и настроение у зрителей отменное. Основным лейтмотивом каждого выступления были такие близкие для каждого приуральца темы, как любовь к родной земле, воспоминания о юности и многие другие. Словом, зрители равнодушными не остались. На этом вечере исполняют песни музыкантов Приуралья. Очень рад участвовать здесь. Для жителей и гостей города это замечательный подарок, я думаю. Как отмечают организаторы, подобные творческие вечера будут проходить в дальнейшем. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тынышкалиев, Кулыбек Акрап, телеканал Акжаик.